Расскажите, Роман, что помешало так хорошо сыграть в первых матчах? Очевидно, уровень команды соперников, которые не давали нам отталкивать их далеко от себя, и поэтому игра у нас не клеилась. Как так получилось, что не хватает основных игроков? Нету Феликса и Лимаса. Ну вот Лимас вышел, но слишком поздно, чтобы что-то изменить. Я не знаю, я не занимаюсь кадровой политикой команды, поэтому не готов вам ответить на этот вопрос. Вам понравился чемпионат? Безусловно, организация на высоком уровне. Вот те вот ворота, это просто шедевр. Мне кажется, это садовая скамейка на самом деле. Вы примете участие в следующем чемпионате футбола? Безусловно. Стоит ли ждать от вас новых красивых голов? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Большое спасибо, Роман, удачи вам. Это был Роман Щеглов для передачи «Спорт сегодня».